Наша следующая лекция будет посвящена истории веры доисторического человека. Иногда думают, что такой полуобезьяна, получеловек не мог иметь веры, что он жил только природными инстинктами, там, жаждал пищи, размножения, тепла. Однако археологи очень быстро обнаружили, что этот человек имел тонкую, глубокую духовную организацию. Он искал прекрасного. Он понимал идею справедливости. Он искал и находил Бога. А как это все происходило, об этом будет тема нашей лекции.